Всем привет, с вами Марина, и вы на канале «Новые идеи от Марины». Это видео называется «Чем заняться на карантине». Надеюсь, оно вам понравится, а мы начинаем. Поехали! Первое, что я вам могу посоветовать, это уберитесь в комнате. Сначала можно протереть пыль, пропылесосить, а после этого можно сменить немного обстановку, добавить немного нового декора, и все это под собственный стиль. Как у многих вся семья дома, то этим можно воспользоваться, то есть всей семьей поиграть в настольные игры. Конечно же, можно посмотреть фильм с родными. Я оставлю свои любимые фильмы на экране, а также в описании. Первое – это «Форсаж», второе – это «Один дома», третье – это «Одаренная», четвертое – это «Домовой», и пятое – это «Человек-муравей». Допустим, вы отстаете по какому-нибудь школьному предмету, то на карантине можно его подтянуть. После карантина стартуют экзамены ОГЭ и ЕГЭ, а также ВПР, то можно к ним подготовиться. Может, кто-то из вас мечтал выучить какой-то новый иностранный язык? То этого можно добиться во время карантина, если есть желание и терпение. На карантине можно больше времени уделить своему увлечению или хобби. Например, если вы ходите на танцы, чирлидинг или гимнастику, то дома можно делать растяжку. Если хотели всегда научиться готовить, то это самое время. Если умеете красиво шить, вязать, рисовать, то практикуйтесь каждый день. До карантина, когда мы еще учились в школе, я часто забрасывала свой ежедневник. Но сейчас у меня появилось время, я его начала активно заполнять. Если вы тоже его забрасывали, то я вам тоже это советую. Также я вам советую почитать книжку, даже если вы не любитель. Раньше я вообще не любила читать книги, но как только начала, мне это стало нравиться. Вот сейчас, к примеру, я читаю книгу «Гарри Поттер» и всем советую. А вот это топ-комментарии из моего прошлого видео. А если вы хотите попасть вот сюда, то пишите свой комментарий. А на этом мое видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!